Меня зовут Кристина Курганская, я владелица сети бутиков Kamana Luxury Cosmetics & Spa. Мы занимаемся парфюмерией, косметикой, мужским направлением. Наш клиент – это там, мужчины и женщины возрастом 25-50+. Это люди, которые добиваются определенного успеха там, в бизнесе, в карьере, возможно, в личной жизни. Таких клиентов нам очень сложно удивлять, но тем не менее мы стараемся это делать. Проблем в бизнесе, вообще их масса на самом деле, их очень много, и они на каждом этапе, наверное, развития компании свои. Сложности с клиентами, сложности с ассортиментом, сложности с инвестициями, с командой. На бизнес-конструкторе я поставила себе цель структурировать свою компанию. В принципе, поэтому я туда и пришла. И изначальная как бы, презентация бизнес-конструктора, которая показывала определенные вехи, там, да, какие-то моменты, которые нужно будет сделать, я себе тоже запланировала все внедрить в компанию. Кристина – это яркий пример девушки, которая не просто создала успешный бизнес, но которая создала красивый бизнес, которая создает качественную разницу в окружающем мире. И при этом она сама не забывает оставаться красивой и женственной, что крайне важно, поскольку именно это является продуктом, который она несет своим клиентам. У каждого собственника есть определенный этап развития компании, когда ты понимаешь, что нужно что-то менять. Что касается там, бизнес-конструктора в частности, да, то есть я почувствовала в тот момент, когда я попала к Кириллу, что вот как эффект белки, о котором он говорил, это 100%. Ты по факту понимаешь, что ты делаешь какую-то такую рутинную работу, а тебе нужно заниматься совершенно немножко другими вопросами, какими-то потенциальными, переговорами и все остальное. Поэтому как раз вот структурирование бизнеса очень, очень важная штука для того, чтобы каждый знал, что он будет делать, и чтобы механизм работал слаженно, скажем так. Это возможность увидеть и почувствовать реальные результаты людей с разных сфер бизнеса. 80% из того, что было на бизнес-конструкторе, мы внедрили. Кирилл дает возможность при любом вопросе, даже если он возникает там, Кирилл, а ну-ка, вот, поэтому, и плюс еще с ним можно всегда посоветоваться относительно там экспертов в разных сферах деятельности. Работая с Кристиной в мастер-группе, я постоянно удивлялся тому, насколько она создает качественную разницу своим продуктам, насколько она серьезно подходит ко всем заданиям, которые она выполняет, насколько, например, если взять программу обучения, которую она разработала, то это одна из самых сильных программ, которые разработали участники мастер-группы. То есть это действительно полный комплекс всех принципов и стандартов, которым должны соответствовать сотрудники компании. Плюс она очень классно вовлекла свою команду в этот процесс. То есть на наших мероприятиях, на практикуме по интернет-маркетингу, на практикуме по финансах присутствовали участники ее команды, и я видел, насколько они все вовлечены, насколько они все живут этим бизнесом. Это очень круто. Очень много времени забирает текущие вопросы. Текущие вопросы, которые, в принципе, должен решать грамотно обученный сотрудник. Кирилл очень, он обращал очень особое внимание всех собственников бизнеса на то, чтобы нужно вовлекать команду в процесс. Да. Но по факту люди абсолютно разные. Если мы еще внедрим вот эти вот моменты и фишки, которые говорил Кирилл, там, собираться с командой, там, обсуждать с ними, я думаю, что вообще будет просто круто. Ну, то есть даже если у тебя возникает какой-то вопрос или консультация, или просто какой-то там совет мне нужен будет, то есть я знаю, куда мне бежать. Это успех компании бизнес-конструктора, потому что они дают тот продукт, который востребован. Бизнес-конструктор – это успех.